И Путин сообщил правительству об уходе на самоизоляцию. То, что я вам сказал вчера. Помните, там Песков мудил что-то там, что нет, это образное выражение. Сказал, все, сука спрячется. Сука спряталась, да? Как вчера я и спрогнозировал. То есть, можно было бы тоже поставить деньги на это. Залез в бункер. Спрятался, он боится. Вот он сообщил, что целый день с заболевшим общался и так далее. И что с того, что он целый день с заболевшим общался, весь из себя привитый и так далее. Конечно, нет, он не этого боится. Он боится того, что его устранят. Он боится серьезного народного восстания. И все, представляете, забыли как-то. До обеда никто не вспоминал, что у Медведева день рождения. Представляете, вот какой маленький. А он, я так понял, выпил еще с вчерашнего дня. И сегодня нигде не появился. Так бы вспомнили и сказали, слышь, там день рождения же у него. Ну, или он бы напомнил. Ну, халдеи-то напомнят, если бы он пришел там куда-то, да, то халдеи бы сразу побежали поздравлять. А здесь нет его и нет. И к обеду только вот Песков заявил, Медведев во вторник не примет участие в совещании Путина с кабинетом министров Единой России. То есть все, еще один сгорел на работе, да? У Лаврова и Путина и Шойгу, да, любовницы оказались богаче их самих. Вот выяснили, что такая же, как у этих, у Путина и у Шойгу, всякие кривоногие там и так далее. Есть и у Лаврова такая же. Видите, какая скромненькая. И попик ей, скромный попик, орден дал. Такая вот она. В министерстве работает вместе с Лавровым. Доча есть у них и так далее. Вот никто бы и про нее не узнал, если бы ей не вручили орден великой княгини Московской и так далее. Ну, преподобный Ефросиньи орден третьей степени. О как. Так что, видите, вы думаете, они вот этих своих любовниц трахают? Нет. Они Россию трахают. Причем труп России они трахают. Они некрофилы, понимаете, трахают труп России. Поэтому, ну, что можно сказать? Флаг им в руки, но они должны ответить. Так если она умерла, так лучше похоронить ее по России. Так они этим и занимаются. Они ее как раз едят, как вот опарыши все эти. Кто трахает, кто ест в этот момент. В общем, развлекаются.